Привет-привет! С вами Лилия Донскова, и сейчас мы с вами рассмотрим сразу три коллекции из нового 12-го каталога Oriflame. И начнем мы с первой коллекции, которая называется «Жемчужная». У нее очень необычное ожерелье. Я покажу сейчас, как оно выглядит в деле. Обратите внимание, что оно очень необычно одевается именно разъемом вперед. Мы привыкли, что ожерелье наоборот назад, здесь разъем вперед. И на кончиках висят кисточки, которые, кстати, можно снимать, и жемчужинки, которые просто чудесно лежат вот так вот, особенно на черном, очень красиво. В этой коллекции есть браслет, такой чудесный браслет, тоже с жемчужинками, но он не на мою, конечно, руку, но очень хорош, очень красивый браслет. Так вот он выглядит. И шикарные две серьги, просто необыкновенной красоты. Прикольная застежка, то есть они очень хорошо фиксируются. Сейчас мы посмотрим их в деле. Ох, какая коллекция богатая. Это действительно настолько необычно. А самое главное, что эта коллекция будет прекрасно смотреться как в вечернем варианте, так и с водолазкой приятных теплых оттенков. Вот такое вот маленькое чудо. Мне очень понравилось, а вам? Пишите обязательно отзывы в комментариях, а мы переходим к следующей коллекции. Я надеюсь, вы эту хорошо рассмотрели. Она просто великолепна. Итак, следующая. Все снимаю. А жалко снимать. Ожерелье мне очень понравилось. Так, сережки. Следующая коллекция. Я просто еще не выучила все названия. Так, нашли. Это более такая молодежная, называется «Золотое сечение». И мне она тоже очень понравилась. Я просто люблю такие простые вещи, которые просто бросила эту цепочку и сразу наряд заиграл. Согласитесь, какие бомбические серьги, просто даже другого слова не могу подобрать. Я знаю, что это слово, оно не очень... может быть, правильное, но они действительно волшебные. Сейчас одену. Одну хотя бы. Ой, как одеть? Нашла. Со своими ушками я справлюсь. Одну одену, покажу. И это еще не все. Здесь есть вот такой крутой браслет. Сейчас я его тоже примерю, потому что мне очень интересно. На мою руку всегда так трудно подобрать браслет. Смотрите. Он очень необычный, потому что носится именно вот как половинка, то есть раз, два, три, то есть да, не одевается не как мы привыкли браслет отсюда, а он сбоку одевается, и за счет того, что есть цепочка, можно регулировать размер, и поэтому он мне тоже подходит, это очень круто. Так что эта коллекция тоже прям зачетная, и я ее беру себе на заметочку. Но это тоже еще не все, нас ждет еще коллекция «Прочная связь». Я ее назвала, сейчас сниму сережку, космической. То есть она настолько необычная, этот ее орнамент, узор. Опа! Та-дам! Смотрим все внимательно. И что очень удобно, этот необычный кулон, который просто как будто запутано что-то... просто классно. Его можно носить в двух вариантах. Первый вариант — это вот такой вот жгутик, просто металлический, кстати, очень прикольный. А можно перекинуть на цепочку, которая подлиннее. То есть мы видим, что мы можем одевать на вещи, которые предполагают, что кулон должен быть где-то пониже. То есть очень классная идея. Я на цепочке мерить не буду. И к нему такие же две бомбические сережки. Ой, я вообще в восторге от новых украшений. Трудно сделать выбор, какой же набор себе заказать, потому что я всегда выписываю какой-то набор и сумку, например, и аксессуары, но в этот раз мне очень сложно сделать выбор, потому что 12-й каталог просто нас сразил наповал. И это третья коллекция, запомните, прочная связь. А какую выберете вы? Пишите в комментариях. Первая — это жемчуг, вторая — это, как она называется, золотое сечение, а третья — прочная связь. Цифра 1, 2, 3. Мне интересно, какой делаете выбор вы. До новых встреч! Пишите, ставьте лайк. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!